Meine Damen und Herren, willkommen im Ring zur Boxweltmeisterschaft im Schwergewicht nach Version der WBA. Und hier sind die beiden Boxer, die den Gürtel des Champions heute Nacht mit nach Hause nehmen wollen. Der Herausforderer kommt aus dem Universum Boxstall in Hamburg und macht sich jetzt auf den Weg in die rote Ecke. Aus Usbekistan, Ruslan, the White Tyson Chagayev. Здравствуйте, дорогие друзья, телезрители и любители бокса. Канал Viasat Sport 3 ведет репортаж с Большой арены в Штутгарте, где сейчас начнется бой между супертяжеловесами Русланом Чагаевым из Узбекистана и Николаем Валуевым из России. Валуев будет отстаивать свой титул чемпиона мира по версии ВБА, а Чагаев, соответственно, попытается отнять этот титул. Вот Чагаев идет к рингу своей команды. Прозвище Чагаева — Белый Тайсон. Габаритами он несколько напоминает Тайсона, хотя чуть помельче, но ростом повыше. Рост Чагаева 1,85 м. У Тайсона едва-едва дотягивал он до 1,80 м. Вес Руслана 103 килограмма. Кстати, это будет первый титульный бой за мировую корону в профессиональном боксе, в котором встречаются боксеры с постсоветского пространства. И сегодня кто-то из двух этих непобедимых бойцов Чагаева, Чагаев и Валуев, кто-то потерпит первое поражение. Но изменится ли от этого число чемпионов в бывшей 1/6 части суши? До поединка Валуев-Чагаев чемпионами мира по 4 основным версиям мирового бокса ВБА, ВБЦ, IBF и ВБО становились 15 боксеров, представлявших еще советскую школу бокса. Это россияне Юрий Арбачаков, Костя Дзю, Анатолий Александров, Ахмед Катиев, Роман Кармазин, Николай Валуев и Олег Москаев. Украинцы — Виталий Владимир Кличко и Владимир Сидоренко. Белорус — Сергей Лихович. Арзубек Назаров и Василий Жиров из Казахстана. Земляк Руслана Чагаева — Артур Григорян. И еще один армянин — Вахтанг Дарчинян. А вот на ринг выходит русский гигант Николай Валуев. Рост 213, вес 144 килограмма. Это будет четвертая защита титула у Николая. Первая обязательная. В трех до этого он одержал победы техническим нокаутом. В третьем раунде два боя и одну победу техническим нокаутом в 11-м раунде. Как всегда, Валуев просто перешагивает через канаты. Они пролезают между ними. Его как-то спросили, что он это делает, для того, чтобы устрашить соперника. Нет, просто так удобнее. Это понятно. Высота этого каната верхнего всего 121 сантиметр, ему легче просто перешагнуть.
звучали гимны Узбекистана и России. Sauerland Events, Don King und Universum Box Promotion präsentieren Ihnen den Hauptkampf des heutigen Abends. Zwölf Profiboxen um den Weltmeistertitel nach Version der BBA, vertreten durch ihren Präsidenten Gilberto Mendoza aus Venezuela. Supervisor des Kampfes ist Aurelio Fiengo aus Panama. Die drei Punktrichter sind Stanley Chris Tudulu aus Johannesburg, Südafrika, Chalerm Prayasap aus Bangkok, Thailand und Hector Hernandez zu Hause in Rosarito, Baja California, Mexiko. Und wenn die Glocke ertönt, dann hat nur noch ein Mann das Sagen. Ringrichter Luis Capabon aus Bajamón in Puerto Rico. Der Herausforderer boxt in schwarzen Hosen aus der roten Ecke. 28 Jahre alt, offizielles Kampfgewicht 103,5 Kilogramm. Bei einer Größe von 1,85 Meter. Profi seit 1997. Seine Bilanz 23 Profikämpfe, 22 Siege, 17 durch Knockout bei einem Unentschieden. Geboren in Usbekistan, lebt und trainiert er mittlerweile hier in Deutschland. Die Nummer 1 der WBA-Rangliste, der Pflichtherausforderer aus Hamburg, Russland, The White Tyson Chagayev. Случайно. Руслан проводил шестой бой в 2002 году. С американцем Робом Калловой. И в третьем раунде столкнулись головами. У Калловой была расчлена бровь, и судья остановил бой и присудил ничью. Но 4 года спустя Чагаев нокаутировал Калловой. Даже в первом раунде. 47 Kämpfe, 46 Siege, 34 durch K.O. Ein Kampf ohne Wertung. Aus St. Petersburg in Russland, der größte und schwerste Boxweltmeister aller Zeiten, der unbesiegte Champion, Nikolai, the Russian Giant, Valuyev. Хоть не зовут теперь зверем с востока, зазывали раньше, а зовут прямо и открыто русский гигант. Chagayev oder Valuyev? Die Antwort jetzt live aus Stuttgart. Good luck. God bless you. Примерились взглядами, разошлись, и сейчас ударит гонг. 12 раундов. И вот это тоже составляет интригу этого боя. Все почему-то думают, что он будет продолжаться все 12 раундов. Может быть. Гонг. Думаю, здесь не надо будет говорить, кто есть кто, справа и слева. Все и так понятно. Первая ошибка. Как Чагаев будет входить в ближний бой? За счет финтов корпусом? Быстро ушел. Стоп!
колено. Да, разница в росте 28 сантиметров. Попробуйте вытянуть руку вверх на такую высоту и поймите, как это тяжело достать до подбородка такого гиганта. Ну вот удар Чигаева слева. Кажется, он прошел. До боя, конечно, Валуев и его команда были уверены в той тактике, которую изберет Чигаев. Только за счет скорости, резвости войти в ближний бой. И попытаться ударами по корпусу заставить Валуева опускать руки. Дистанция атаки у Чигаева всего 1,85 м. Смотрите, а размах рук Валуева почти 2,30 м. Валуев поджимает Чигаева. Давливает. Первый раунд закончился. Надо сказать, такой разведочный раунд, когда оба еще толком ничего не сделали. Единственное, что Валуев попытался встретить Чигаева на прыжке. Но пока Чигаев свеж, бодр, он очень резко меняет направление движения, атаки. Очень красиво работаешь, очень правильно работаешь. Не поддавайся ничего, как прыгает. Очень красиво право встречать. Постоянно на интенсивность. Он боится твоих ударов. Видишь, блядь, и твое место нахождения. Остальное все класс. Понял? Увеличивай, увеличивай удары. Больше чего и надо. Его находить постоянно между канатами. Его. Только справа побольше. Как Габриэлян уговаривает Валуева. Молодец, молодец. Так хорошо настраивает. Говорит немного, но все четко и по делу. Чигаев в своих 23 боях всего лишь 2 поединка провел из 12 раундов. Это его последние поединки были. У Валуева уже 7-й такой поединок. Вот смотрите, как хорошо Чигаев свою правую наложил на левую Валуева и ударил слева. Не достал, но попытка была хорошая. Вот Чигаев даже через руку бьет справа. Да, только так, качая маятник, может Чигаев пройти. Удар слева Чигаева доходит до живота Валуева. Реакция Чигаева очень хорошая. Видит, зависла рука Валуева. Сразу нарочек под нее и вперед. Удар.
Левшу надо встречать правой. Валуев не очень часто бьет справа. Вообще во всех боях. У него главная рука это левая. Его резкий левый джеб остановил немало соперников. Вообще скажу, интересная статистика. Вот 17 нокаутов Чагаева в первом раунде. Он побеждал 4 раза, во втором 6 раз, в третьем 2 раза, в четвертом тоже 2 раза, и в пятом 2 раза. И только один раз в 8 раунде закончил бой Чагаев нокаутом. Валуев из своих 34 досрочных побед 13 одержал в первом раунде, 7 во втором, 7 в третьем, 4 в четвертом раунде, 1 победу в шестом, 1 в девятом и 1 в 11 раунде. Оба пока не испытали горечи поражений. А встречаясь с теми боксерами, которые тоже не проигрывали ни разу, Валуев 4 раза огорчил таких бойцов, Чагаев 2 раза. Переставил ноги, слегка присел, чтобы было удобнее видеть. Но пока левая Валуева еще ничего не сделала. Посмотрите, Чагаев слева. Придавливал Валуев к углу Чагаева и выпустил его. Так. Слева наткнул Чагаева. Нет, оба пока еще осторожничают. Оба приглядываются друг к другу. Ну, концовка. Никто не взрывается. Так. Три раунда, в общем-то, равная борьба идет. Равная. Нет пока таких четких ударов, которые были бы заметны, что они прошли и как-то повлияли на соперника. Чуть справа-справа больше бей. Постарайся, бей его не чуть-чуть. Понял? И наверх бьешь, он где-то уходит. Тут внизу, внизу, высоко. Да. Понял? Давай, разминаем. Только интенсивность увеличивай. Другого ничего не надо. Интенсивность увеличивай.
больше и больше начинает бить. Потому что он гуляет, я его заглушить в ту сторону, куда он гуляет больше. Заглушить в ту сторону. Он в эту сторону гуляет. Ты справа побольше, справа. Да, нормально. Очень нормально, разумно. Давай. Не дошел. Третий удар Чигаева. А вот этот точно попал в подбородок. Да, Валуев привык к тому, что соперники намного ниже его роста. Вот у Чигаева впервые, конечно, такой большой. Хотя он вспоминает все время, что дважды побеждал Феликса Савона, кубинца. Но у них разница с Савоном всего лишь 7 сантиметров была. А здесь 28. Габриэлян советует Валуеву почаще бить справа. Эти удары получаются такими сверху вниз, а цель маленькая, попасть в нее трудно, тем больше Чигаев постоянно смещается в разные стороны. Чувствовать все. И соперника, и ринг. А вынослив он, конечно, невероятно. Вот, посмотрите. У Валуева на обеих ногах наколенники. Вследствие перенесенных операций на менисках. И он теперь уже не бегает на тренировках, как это делал раньше, когда он даже в горах мог пробежать 15-20 километров. Чигаев очень собран, очень собран. Понятно. Хотя он и полагается на силу своего удара. Но это еще не факт, что даже его сильнейший удар сможет что-нибудь сделать Валуева. Вот любой удар чемпиона закончить. Сейчас ты должен больше. Мне комнет. Так, ты должен больше. Два раз подрошил. Я? Окей, ты можешь мне махнуть. Хорошо? Ты должен больше делать, да. Bleib an, drück, und wenn kontern will, dann musst du selber kontern. Okay? Когда он идет, сам говорит, да, оттяни плечо. Хорошо, оттяни в сторону немножко и дай ему туда. Чуть-чуть больше надо. Неплохо, но можно лучше. Seconds out, seconds out. Move it. Round 5. Так, пятый раунд. Оба свежие, как огурчики. Как будто только что начали бой. Но это, возможно, в силу того, что, в общем-то, не так уж и много было боевых действий. Сейчас, по-моему, начнется какое-то обострение. Thank you.
ближе, ближе, бокси, не бокси. Многим любителям бокса бои Валуева не очень нравятся. Мало зрелищные, много толкотни. Каждый боксирует так, как он умеет. А Валуев то, что знает, делает совсем неплохо. В последнее время у него появились и апперкоты справа, и двойки он стал бить чаще. Чагаев, конечно, испытывает дополнительное напряжение. Такая масса, такая разница в росте. Все время посмотрите, еще пока ни одного клинча не было. Чагаев со средней дистанции атакует, подходит близко, но не лезет обниматься с Валуевым. Потому что понятно, что тут огромная масса навалится на твои плечи. Много очень ходит без ударов. Чагаев вдруг сокращает дистанцию и бьет. Вот так и пятый раунд закончился. Вы знаете, мне кажется, что некоторое преимущество на стороне Чагаева. Он как-то увереннее себя чувствует. Чувствуется, что он знает, что он хочет сделать и что он делает. А Валуев в какой-то растерянности. Увеличиваем интенсивность, только справа побольше, снизу. Снизу. Наша серия. Коля, правый прямой, правый сбоку, левый снизу. Поменяй серию, серии нет у тебя. Все, начинай бить уже много ударов. Хватит бить, понял? Да? Слушаешь меня? Давай, родной. Давай. Все хорошо, все, молодец. Дистанцию чувствуй, его ближе не пропускай. Как? Чего сразу страшные удары работают? Так, говорю, я отдыхаю. Удары! Продолжай его. Теперь нам пора проверить претендента на то, как он выдерживает серии ударов. От одного удара Чагаев может уйти. Уклонный рок, шаг в сторону, и он ушел уже. А когда много ударов будет... Не умеет ли Валуев бить серии? Вот еще вопрос. Раз, два. Раз, два. Раз. Даже не двойка, а так просто. Удар за ударом. А Габриэль хочет еще, чтобы третий добавил еще и снизу после этого. Вот. Два удара. Слева у Чагаева проходит в корпус и подбородок. Ведь, конечно, знаете, что у этого боя есть еще одна подоплека, кроме чемпионского титула. Валуев, как никто ранее, приблизился, казалось бы, к вечному рекорду Рокки Марчиано, который провел в свое время 49 боев, и все 49 выиграл, причем 43 нокаута. Рокки был чемпионом мира с 52 по 56 год. Когда обоих боксеров еще не было на свете. Чагаев все чаще и решительнее сходится на коротке с Валуевым. Так, так. И Валуев прицелился.
стреляется ли? Даст ли резвый Чагаев ему возможность такую? Смотрите, как Чагаев попадает. Давид и Голиаф. Левая рука Валуева после удара остается, зависает. Это может использовать Чагаев. Ну вот уже и половина боя позади. А, кстати, все становится интереснее и интереснее. Смотрите, два удара подряд. Ну, один раз, если вы заметили, Валуев в какой-то растерянности, наверное, просто отмахнулся рукой. Увеличивай правый. Слева направо, правой. Задел Чагаева. И Чагаева шагнула, как ветерком. Сбоку, левый, снизу. Уже начинает тройками и начинает давить. Все, хватит играть. Все, хватит эту ветерку. Со всех сторон едет. Понял? Понял. Седьмой раунд. Так. Хорошо, Валуев. Передней рукой, потом справа дал. С резкостью ударов делает Саитнилович. Несколько толкающего свойства. Но, ну и толчок же такой тоже может свалить. Вот сейчас Чагаев наткнулся прямо на левую Валуева. Еще раз голова Чагаева мотнулась. Напряжение предыдущих раундов сказывается. Чагаев уже не так быстро. Удар слева Чагаева прошел через руку. Смотрите, седьмой раунд заканчивается, а пока еще ни одного клинча, ни одного захвата. Чистенько. Time, time, time.
привет. Вот она. Бам, бам, зависла, да? Рука Валуева. Через пробила вторую. Пройдет, пройдет. Под ней, через нее проходит, же, проходит удар Чигаева. Да, он тебе поможет, дай. Пас ауф, вен ду раускейс, нах дан шлаг. Нихс ду ауф гляйх раускейн. Шлаг, раускейн и ди цвайте линке. Я, вас ве тренирт хам. Раускейн и ди цвайте линке. Да, и второе. Только четко, да? Не открывайся сам. Спиц, дан ком ди линке бессер. Тринк и шлук. Аккуратно. So mit weiter operieren. So, хорошо, братан. Идет восьмой раунд поединка между чемпионом мира Николаем Валуевым и претендентом на этот титул по версии ВБА Русланом Чигаевым. Бой проходит очень интересно. Чигаев пока полностью выполняет установку тренеров, и у него это неплохо получается. Он не лезет в клинч к Валуеву. Атакует со средней дистанции. И его удар очень часто проходит через руку Валуева. Так, вот сейчас Валуев его прижал канатом. И попадает. А вот и Валуев пропускает удар. Тряхнул головой. Ничего. Да. Резкости ударом Валуева не хватает. Бьет почти вытянутой рукой. Распрямляя ее в самом конце. Удары очень-очень такие смазанные. Руслан с каждым раундом действует все смелее. Все смелее. Хорошо. Уклон, рок. Подставка. Валуеву не нужны ни уклон, ни нырки, ни подставки. Ему хватает длины рук. Но эти длинные руки его и подводят, когда остается после удара где-то там, за соперником. Правильно. Ближайший, левой рукой, ближе, ближе. Хуже. Да, да. Да. Лучше. Да? Да. Я понял. Давай, давай, мой золотой. Я все понял. Только, только, Николай. Раз ближе за ним не успеваю. Ты левой рукой, все время мешай его, мешай его. Правый, правый, правый. Начинай, сиди на апперкотах. Интересно. Ничего не надо, сиди на апперкотах. Шел к этому бою почти 10 лет. Вот чухся, не можешь просто. Здесь начало своей карьеры. Правда, у него... Честное слово, чухся, просто чухся, работает. После начала карьеры в 97 году был перерыв в несколько лет, когда он еще снова выступал в любителях. Валуев шел к своему чемпионскому бою с Руисом 12 лет. Это у него четвертая защита титула.
чаще смещаться в сторону. Нельзя только делать вперед-назад. Тогда Валуев может достать. Делает Тайсон в каком-то полупрыжке через руку пробивает. Еще раз слева. Еще раз. Восемь раундов Чагаева хватало на то, чтобы не входить в клинч с Валуевым. Сейчас она чувствуется, что все-таки Чагаев подустал. Начинает оставаться на месте. Не смещается. Неужели Валуев постреляется к нему? Получается у Валуева хотя бы двоечку провести. Левый, левый. Ну, так, справа, слева. Услышал. Раунд закончился. Сказал, что психологическое преимущество, да и, мне кажется, даже очковое на стороне Чагаева. Еще перед боем Руслан говорил, что Тайсон тоже часто дрался с соперниками, превосходящими его в размерах, и побеждал их. Правый прям мой! И сейчас Чагаев на все сто хочет использовать шанс, который ему предоставился. Выйти на титульный поединок и победить в нем с первого раза. Сразу ушел.
для Уканетов оставаться. Да. Ведь Валуев начал попадать. Справа, да. Пристрелялся Валуев Чугаева. Руслан несколько сдал в движении. Вот расплата. Валуев попадает, хотя и сам пропускает. Сейчас. Что это? Попал справа. Чугаев открыт. Последние секунды 10-го раунда. Этот раунд я бы занес в актив Валуева. А, последние два раунда, братан. Это надо выиграть, чтобы уже без разговора всякого было. Эй, гиб газ, дай полностью, братан. Уже атаки мам. После первой атаки, вторую атаку, пробуй на самом деле. Узан, да? Давай, родной мой, давай. Артур Григорян. Ну, хорошо, братан. Играет еще уровень мира по версии ВБО. Давай, родной, давай. Последние два раунда. Земляк Руслан Чагаев. Давай, братан. Видишь, 11 раунд. Давай, последний сейчас пойдет, 12. Давай, родной, все, да? Все! Раунд. Бой очень интересный. Интересен в первую очередь за счет действий Чугаева. В отличие от других соперников Валуева, которые выступали ему в росте, он не лезет в клинч. Он не вяжет руки Валуеву. Он просто опережает русского гиганта. Чагаев Валуева закрытой спиной чемпиона. Чагаев работает серийно. Четко Валуев попал справа в двойке. Все-таки не может Николай взорваться с серии. И Чагаев качает маятник, дергает его влево-вправо. Вот Валуев гонит его под свою правую.
Чагаев взял и ушел в другую сторону. Так. Ну, апперкот не прошел в голову его. Чагаев снизу. И слева, и справа попал. Ну, правая половина лица Валуева несколько отличается от того, что было у него до боя. 10 секунд. Вот сейчас не попасться. А впереди решающий. Я тебе покажу все. 12-й раунд. Твои бизнесы, бля. Где твоя голова? Чего ты не лезешь? Чего ты не пьешь? Чего ты отдыхаешь? Заставляешь меня кричать, бля. Если этот народ не убьешь его, Коля, я дам воды по голове, честное слово, на рынке. Если не на добивание не подушь, я здесь прямо тебе на голове дам, уйду вообще нахуй из рынка. Да, блядь, левый, ровный бой. Создал ровный бой, блядь. Левый, правый, 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 правый апперкот. Заканчивай апперкотом. С этого апперкота из слева, справа, левый, сбоку. Давай. Если это вам не убьет, Габриэль Андрей твою. Ну что ж, 12-й решающий, последний. Поражение уйдет на этот раз ринга побежденным. Больше заряженности. О, Валуев идет в клинч. Чагаев, Валуев. Удар справа. Вот. Чагаев выдержал его. Пошла последняя минута 12 раунда боя за титул чемпиона мира по версии ВБА между Николаем Валуевым, отстаивающим это звание, и Русланом Чагаевым. Кто победит в этом бою? Трудно сказать. Я думаю, надо было бы считать каждый удар. Это просто невозможно. Это дело судей, оставим за ними. Нам просто интересно смотреть, как бьются эти два гиганта. Да, пусть гигантом называют Валуева, но Чагаев – гигант духа. Это действительно белый Тайсон. Он вышел на ринг биться. Последние секунды.
Чигаев даже поиграл в открытую. Так, гонг. Руслан Чистов выполнил долго перед свой угол. Он уверен, что он выиграл этот бой. В углу Валуева другое настроение. Неужели свершилось? Неужели Чигаев стал чемпионом? Он дважды был чемпионом мира среди любителей. Вот теперь, неужели он станет чемпионом мира с первой же попытки? А Валуев прервет свою блистательную серию 46 побед. Надо сказать, что Чигаев полностью выполнил установку на бой. Он сумел подобрать ключ к Валуеву. Постоянно входил в ближний бой, но такой аккуратный бой, в котором он не клинчевал, не вязал Валуева, а бил на коротке. Проходили его удары и слева, и справа. Валуев боксировал в своей обычной манере. Одиночные удары и очень редко вносил какое-то разнообразие. Чигаев празднует победу. Но не рано ли? Артур Гагарян соревновался с Доном Кингом. Так. Ну, посмотрим. Может, мы действительно подпали под очарование просто боя, когда боксер, который меньше размерами, намного меньше весом, бьется с великаном. Всегда почему-то хочется, чтобы маленький как-то наказал большого. Ты выиграл. Давай, Узбекистан. Там они все болели. Узбекистан, я люблю вас. Виноват в том, что он такой большой, который имеет право на победу. Сейчас посмотрим, что скажут судьи. Но один из трех судей мне знаком, Костадулос. Он уже как личный арбитр Валуева. Уже по меньшей мере в двух боях я помню, что он судил. Смотрите, что делает Чигаев. Зажат в углу и ведет себя так, как будто бы это он прижал гиганта. Meine Damen und Herren, hier ist das Urteil der drei Punktrichter. Wir haben eine Mehrheitsentscheidung. Stanley Christodoulou aus Johannesburg in Südafrika wertet den Kampf 114 zu 114. Christodoulou. Ringrichter Hector Hernandez aus Mexiko wertet den Kampf 115 zu 113. Und Ringrichter Chalem Prayasab aus Bangkok in Thailand wertet den Kampf 117 zu 111. Für den neuen Weltmeister. Победил Чигаев. Für Russland, the way.
Руслан Чагаев в первой попытке стал чемпионом мира по версии ВБА. Лишь один арбитр дал ничью. Двое других дали победу Чагаеву. Один с разницей в 2 очка, другой с разницей в 6 очков. Собственно, я думаю, что истина где-то посередине лежит. Итак, Руслан Чагаев одержал 23-ю победу и стал чемпионом мира. Николай Валуев прервал свою блистательную серию в 46 побед, потерпев поражение по очкам. Четвертая защита титула оказалась для него неудачной. Во встрече с Виталием Кличко. Виталий Владимирович. Так, они обещали своим маме. Остается только бой. Чагаева. Вопрос, кто победит? А на гонорар с этого боя он хочет купить дом побольше с садом. Ну что ж, теперь его мечта близка к осуществлению. И самое главное, мечта он осуществил сам, выиграв этот бой. Это канал «Ясна Спорт». Прощается с вами. До новых встреч, друзья.